Умением превращать любой предмет в золото грезили алхимики много веков подряд, но только у современных школьников появилась такая возможность. И серьезным подспорьем в этом стало новое оборудование. Молекулы теперь можно не только потрогать, но и пустить, что называется, в ход. В Тольятти открылся первый профильный химический класс. Для кого и с чьей помощью? Наш следующий сюжет. Наглядные материалы, реагенты, модели и наборы для химических опытов. Новейшее оборудование для практических и лабораторных работ, передовая компьютерная техника. Мечта не только юных алхимиков, но и прогрессивных учителей превратилась в реальность в обыкновенной средней школе номер 23. Каждая школа определяет какое-либо направление в своем развитии. И мы понимаем, что для нашего города есть востребованные специальности. И анализ показал, что таким направлением, которое будет востребовано нашими ребятами и уже востребовано несколько лет, таким направлением будет химическое направление. Будущее – это хорошая работа и обеспеченная работа. Значит, сегодня нужно к этой работе готовиться. Проект стартовал в рамках целевой образовательной программы холдинга «Сибур». На его реализацию было выделено 100 тысяч рублей. И в компании «Тольятти Кунчук» считают такое вложение средств шагом оправданным и дальновидным. Не скрывают, что таким образом готовят кадры прежде всего для себя, для одного из крупнейших производителей синтетического кунчука в России. Мы работаем на долгую перспективу, и поэтому пошли по данному пути, что те школьники, которые выбрали химию в качестве базового своего предмета, это правильно. Вы знаете, сейчас есть специалисты, их много, но, наверное, нам не хватает неравнодушных людей. Я думаю, что вот это неравнодушие, оно закладывается в школе. В обновленном кабинете смогут обучаться 230 школьников, причем участвовать в образовательном процессе будут и ведущие специалисты тольяттинских предприятий. А лучшим выпускникам класса планируется оказывать помощь при поступлении в Тольяттинский государственный университет.